Сергей Михайлович, Олег Викторович, какие предложения по этой лестнице? Мы планируем ее делать или нет? Что надо делать? Лестница. Надо посмотреть. Очень плотно вся придомовая поделена. Надо посмотреть по... Лестница. Ну что смотреть? Тут я посмотрю. Нет, чья это? Делайте. Возможно, что это является общим имуществом. Одна сюда, одна сюда. Вот я говорю про эту лестницу, да, земля здесь, насколько мне известно, управляющая компания. До вторника вас подключиться прошу, да? Сергей Михайлович, Олег Викторович, я слышу. Выясни точно, чья это земля и свои предложения по ремонту этой лестницы. Кроме того, подпорная стенка. Обследование проводили инструментально? Визуально, инструментально, любое. Это я, насколько я знаю, нет. Адрес как раз здесь у нас. Берем 42. Значит, у нас сколько всего подпорных стенок, требующих ремонта? Две, по-моему. Две, на сегодняшний день. Это муниципальный. Значит, давайте до вторника мне информацию по этой лестнице, да, возможные варианты ее ремонта, да, и по подпорным стенкам по всему городу. Сколько у нас всего подпорных стенок, сколько требует срочного ремонта, они являются аварийными, да, чтобы у нас, не дай бог, что-то произошло, да. Поэтому все ко вторнику, 17 минут. Здесь, как говорится, у нас работы другие, но либо это мы за счет бюджета будем делать, либо находить возможности другие, соответственно, будем решать. Во вторник тебе информацию до 17. Мы тоже подключим. Первое, что надо сделать, огородить. Сегодня же. Слышите, да, меня? Как ты, мама? Олег Игоревич, да, сегодня да, огородить. И, соответственно, оценить ситуацию, насколько здесь, какой ремонт нужен. Здесь у нас колодец действующий или нет? Скорее всего, да. И меры технического, Сергей Михайлович, меры технического, значит, здесь производство, да, что можно сделать. То есть первое, огородить сегодня.